Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на Amazfit Band 5 можно включить блокировку нажатий. Заходим с вами в настройки. Далее нажимаем экран блокировки и включаем. Теперь давайте с вами подождем, пока экран отключится. Отключился. Вообще он должен пролежать чуть подольше, а не моментально, поэтому давайте подождем. Как видите, когда он отключился, нам надо было провести вверх по экрану, только тогда оно разблокировалось. Можем отключить эту функцию, чтобы она нам не мешала. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!